Всем привет! Вы на канале Baby Go! Привет, мои друзья! И сегодня мы открываем яйца губка Боб квадратные штаны. И посмотрим, что за сюрпризы нас там ждут. Не давай, один ты открываешь, другой я. А ты давай. Так. Да. Что у нас? Дрожже. Вот Денис схватил дрожже. И яйцо с сюрпризом. Это мы сейчас откроем, Денис. А посмотрим первое. Так, что у нас здесь? Опа! Это подружка Спанч Боба. Сэнди, как ее там? Друзья, напомните нам, как зовут подружку Спанч Боба. Мы забыли. Вот такая вот подружка Спанч Боба. Вот. Но мы не помним, как ее зовут. Сэнди вроде, вот так, в таком интересном скафандре. И сейчас откроем второе яичко. Вон Денис порывается уже его открывать. Давайте откроем второе яйцо. Так. Да, и что в нем, Динь? Еще одно дрожже. Правильно. И еще один сюрприз. Опа! У нас, по-моему, планктон-злодей. Но мы не помним, опять же, как его зовут. Вот такой вот злодейский планктон. Вот такие нам попались игрушки. В яйцах Спанч Боб квадратные штаны. Или губка Боб квадратные штаны. Это вроде злодейский планктон. И подружка губки Боба в скафандре. Вроде бы зовут Сэнди. Но мы точно Дениска не помним. Поэтому, дорогие друзья, напомните нам, пожалуйста, как их зовут, планктон и подружку губки Боба. Ну а у нас не последний открытый диск. Мы еще будем открывать яйца и губки Боба квадратные штаны в том числе. А с вами был канал Baby Go. До новых встреч, ребята. Пока-пока. Пока-пока.